В этом году впервые главу государства выбирали 3 дня – с 15 по 17 марта. Выразить свою гражданскую позицию приходили как молодое, так и старшее поколение, и даже семьи с детьми. Я очень болею за свою Россию. Я хочу, чтобы у нас все процветало, чтобы наша Россия была еще краше, еще лучше. Поэтому я пришла голосовать за своего любимого кандидата. А почему вы решили прийти со семьей? Это для нас считается как праздник. Гражданский долг. Да, гражданский долг и праздник. Отдать свой голос на выборах – это значит нести ответственность за свое будущее и за будущее нашей страны. Я знаю, какой должна быть наша страна – сильной, единой, с качественным образованием, здравоохранением и мощной экономикой. Считаю своим гражданским долгом принять участие в выборах президента Российской Федерации. Краснокамцы показали высокую активность на выборах президента страны. Общая явка избирателей составила более 88%. Большинство из них поддержали действующего президента страны. За Владимира Путина проголосовало более 94% от общего числа проголосовавших. На втором месте Николай Харитонов, на третьем Леонид Слуцкий и на четвертом Владимир Дованков. Территориальная избирательная комиссия района благодарит всех краснокамцев за активное участие в главном политическом событии страны 2024 года.